Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Наконец-то я подобралась к тому, чтобы пересадить мою целлогену кристату. Она уже отцвела, и я уже подготовила все необходимые материалы для пересадки. Ну, попервой я хочу осмотреться и показать, что она уже отцвела. Я в прошлом видео показывала. И так как она сидит в коре, вот ее высота, скажем так, или глубина горшка. И вот вы видите, да, насколько вот глубина или высота этих корешков. Так как я приобрела большую корзину, и по высоте, если считать, то как раз до дна горшочка и дойдет эти корешки. Но прежде чем пересаживать и вытаскивать ее из горшка, я нашла замечательный сайт, спасибо мужу. Даже не нашла, а муж мне нашел хороший сайт. Я в описании под видео скину ссылочку, кому интересно будет. Там описание и ухода, и пересадки, как за ней ухаживать и все остальное. То есть, как с ней поступать. В первую очередь советуют хорошо подобрать кашпо и горшок. Собственно говоря, что я и сделала. Советуют приобрести дышащий сетчатое кашпо, обернутое вот прессованным волокном, кокосовым волокном. Вот. Также нужно подойти с особенностью и с ответственностью к субстрату непосредственно. Первым делом субстрат должен быть это кора средней мелкой фракции, крупной, там в перемешку должно быть все. Также древесный уголь я подготовила и обязательно керамзит на дне горшка. Здесь показано четко. Вот. Вот кора. Ну, так как у меня коры не так уж и много, я не знаю, вот. То есть все здесь написано, все здесь показано. Вот. Долго на этом останавливаться не буду, просто вот принцип сам, так как здесь рекомендуют, так я и буду сейчас попутно все это делать. Единственное, что тут, к сожалению, не написано, как ее доставать и что делать с корнями, вот, сейчас я попутно это уже буду все делать в процессе и изучать, вот, и, как говорится, осматривать растения в подробностях. Я приготовила уже предварительно керамзит, выбрала его крупные фракции, вот, перебрала всю, весь керамзит, вчера вручную все, каждый камушек перебирала, сегодня я его уже сполоснула от всякой пыли, грязи, вот, предварительно, никакой обработки я не делала, также я подготовила кору, тут и крупная, и мелкая, и средняя фракция, ну, еще будем перебирать, смотреть, и также у меня еще есть мысль такова еще, может быть, предварительно сейчас размочу еще кокосовые чипсы, чтобы более влагоемкий был субстрат, так как кора очень быстро просыхает, намного быстрее, чем кокосовые чипсы. Вот. И также написано на сайте, что растение само огромный водохлеб. И рекомендуется, ну, для него идеальные условия будут на северном окне, особенно если в частных домах. В квартирах, конечно, немножечко по-другому все. У нас и северные, и южные, и восточные, и западные окна. Поэтому вот северные окна для него это самое оптимум, самый вариант, то, что нужно. И, кстати, вот в коре я обнаружила практически такие же. Вот. Это спрессованное удобрение. Я так понимаю, что это, как многие говорят, как кашули, да? Вот, это природное удобрение, скажем так, и
Даже не знаю, как ее сейчас выдавливать или вытаскивать из горшка, честно говоря. Вот. Сейчас попробуем это сделать. Так, поближе покажу. Сильно ее тормошить тоже не хочется, и так как здесь вот тоже, видите, присутствует крупненькая кора и средненькая, и мелкая. Вот также вот это удобренице я, наверное, повытаскиваю. Тут даже есть и поролон. Я смотрю, кусочки поролона присутствуют мелкие. Кстати, я нашла еще несколько новых ростов, росточков. Вот на дне я смотрю, тут идет пенопласт, я так понимаю, это как дренаж вместо дренажа. Ну давай же, вытаскивайся уже. Вот. Поскольку я на сайтах везде и на ютубе смотрела, я нигде не нашла, что касается в самом видео, пересадку. Вот. В общем, как-то все это проблематично оказалось, я не нашла. Поэтому мне пришлось уже так действовать по совету того сайта, где я нашла пересадку. Вот буду сейчас по нему и ориентироваться, грубо говоря. Вот. Так, маленькая заминочка. Я чувствую, сейчас немножечко придется пободаться. И так как написано еще на сайте, что немножечко горшочек должен быть не глубокий, но широкий. Для чего? Поскольку у целогенной кристаты, так как написано, корни в основном развиваются по верху субстрата, по верхнему слою, нежели в саму глубь идет. То есть эти корешки. Два всего лишь было пенопласта кусочка. Ну и тут уже настолько все спрессовано, и даже я не знаю, как это все. Такой субстрат непонятный. Кстати, еще предписание и добавочка о том, что на пересадку она очень плохо реагирует. Вот. Поэтому сильно ее тормошить тоже не будем. Вот сейчас все плохое, вот эти вот поролончики, я все это, конечно, почищу. Мне это все не нравится. Вот. И, наверное, процесс будет не быстрым. Может быть, придется чуть-чуть прерваться. Вот, видите, просто пальчиками вот так трухаю ее, расшаволиваю. Вот, чтобы немножечко корешки освободились и не сильно такие были, как бы сказать, замученные. Тут, грубо говоря, даже и субстрата как такового нет. Он весь прям труха какая-то непонятная. Уже явно давно пересаживали растения, это видно. Собственно, по корням я даже не знаю. Тут чистить ничего не буду. Корни оставлю так, как есть. Вот. Субстрат немножечко влажноват, так как я недавно его проливала, увлажняла. Вот. Единственное, что вот сейчас ее потормошим немножечко. Она адаптацию переживет после посадки. Ну, где-то месяц, может быть, там сколько, полтора. Девочки многие пишут, что и два даже месяца. Никаких результатов. Вот. Что касается посадки, девочки, я у вас искала, так и не нашла. Может, плохо искала, не знаю. Плюс в попыхах, может быть, действительно где-то упустила видео, так что, ну, у каждого, конечно же, своя посадка, это понятное дело. Вот. Тут, кстати, кусочки такие есть, брусочки хорошенькие, крупные. Я где-нибудь их отложу, может быть, где-то когда-нибудь и использую. Вот. Обычно уже прошлый субстрат не используют вообще, его выкидывают. Собственно говоря, то, что я и сделаю сама. Но то, что я оставляю там где-то кусочки, еще брусочки, я потом их просто под кипятком ошпариваю, обрабатываю, и на этом все. То есть, ну, я вот не знаю, тут такой поролон, он так прилип к этим корням, что даже не хочется его дербанить сильно. Вот. Потому что они, ну вот как-то, боюсь, повредят, если начну отдирать сильно. Ну, собственно говоря,
собственно говоря, при осмотре я вот смотрю, мне все нравится. И несмотря на то, что тут есть, конечно, и гнилостные корешочки явно, и какой-то такой присутствует такой еще. Ага, вот кусочек коры большой. Он так прилип. Может, а, нет, все, кусочек такой прилип. Я с той стороны просто еще не повернула растение и не посмотрела. В общем, что касается субстрата, я уже его освободила. Точнее, корешки уже от субстрата освободила практически. Кусочек еще застрял. Сейчас я его вытащу. Вот. Все, эта труха в мусорку. Вот. Пару брусочков еще вот этих, наверное, оставлю. Потом под кипяточком. Ну и вот у нас вот такие вот корешки. Что касается во время пересадки, на сайте ничего не написано в плане того, что обрезать или не обрезать корни. Ну, я считаю, что все, что плохое, само перегниет и пойдет ей как добавочное удобрение и питание. Вот. Ну, даже вот плохие корешки сами по себе отпали, вот частички, вот. То, что было ненужное, гнилое и так далее. То есть оно уже само отсеялось, грубо говоря. Вот. Я же говорю, что сильно его так трухлявить не хочу. И вот на корнях вот присутствуют какие-то кусочки поролона. Это видно, она еще изначально выращивалась в нем. Ну и, соответственно, по всем правилам, там, где нет на бульбочках уже развитий, вот, видите, они уже такие вот, все. Этим краем можно, краю горшочка посадить, а там, где идут плетения и разветвления, вот продолжение, да, роста, куда она направляется, вот в одну сторону. То есть я, наверное, смещу краю горшка, и все вот эти новые росты пойдут плести дальше вокруг по горшку. То есть, чтобы вы понимали, сейчас я наглядно покажу. Вот, допустим, корзина, да, и вот где-то ближе к краю сюда вот так расположу, для того, чтобы она в дальнейшем просто заплетала горшочек дальше. И чтобы вам было лучше видно и понятно. Сейчас попробую как-то так показать. То есть, вот где-то ближе к краю, ну, это сильно близко, наверное, вот так. И тут бульбочек у меня, мы считали, где-то штук 20. Так, это все старое надо высыпать. Сейчас я приведу в порядок немножечко. Здесь порядок наведу на столе. И уже буду дальше снимать видео посадку. Я решила все-таки показать, как она развивалась. Вот как 4 веточки. Видите, как ризома начала развиваться. И вот побеги, то есть вот эта вот часть вся голая. И дальше здесь не будет ничего развиваться. Развивается только по нижним бульбочкам, видите. То есть, чтобы можно было лучше увидеть это все дело. Такая корзина здоровая, все время ее цепляю. И вот так вот. То есть мне пришлось немножечко ее распутать между собой, так, чтобы правильно посадить. И по краю горшочка вот так вот дугой я это все распределю, посажу. Кое-какие корешки тут есть еще живые. Вот, все это старое вот останется и будет уже. То есть я посажу ее вот сейчас. Так, чтобы правильно, красиво показать. То есть где-то по краю горшочка она будет вот так. Полукругом идти. Вот с этой вот тоже. Вот с этой вот веточкой. Тут тоже веточка. Там назревает новый побег. И вот на маленьких бульбочках тоже. Совсем крохотных. Вот здесь вот. Вот на самом крохотном яблочке. Вот там новый побег. Видите? То есть новые росты есть. Вот эти вот желтые старые бульбочки явно уже все. От нее даже ризома явно отрезана. То есть дальше тут уже развития не будет. Как я слышала, как я читала, как я видела.
наблюдала, и как рассказывали многие владельцы этого растения. Собственно говоря, жмучок мы выкинули. Этот старый субстрат я сейчас тоже выкину. Корешки я не буду покамест ничего обрабатывать. Если понадобится в дальнейшем, в будущем, чем-то ее обработать, естественно, буду прибегать к фунгицидам. Вредителей я пока не вижу. Тут в основном только труха. Ну, понятное дело, без микроскопа многих вредителей мы также не обнаружим. Это надо очень-очень мелкие. Хотя есть такие ручные маленькие микроскопчики специально для того, чтобы просматривать всяких непонятных живностей. Ну и сейчас я подготовлю место, и уже будем непосредственно, я буду показывать и объяснять, рассказывать посадку самого растения. Ну, я уже немножечко камеру перебазировала, и буду сейчас на дно укладывать керамзит, так как советуют на сайте, небольшим слоем. Сейчас мы это и сделаем. Я такой керамзитик красивый, хороший нашла. Прям все поперебирала, такой крупненький, красивый. Что касается кокосовых чипс, тоже сейчас поставлю размачивать. Но я немножечко, может, больше даже. Так, все, наверное, этого даже много будет. Пару брусочков черненьких вот этих убираю. Вот, все. Керамзит у нас ушел не весь. Кстати, что касается керамзита, я брала дренаж вот такой вот. Наверняка все знают, это флорин. И также флорин я брала субстрат крупной фракции для орхидей. Она подходит практически для многих видов орхидей. Вот флорин. 3 литра. Ну и также у меня сегодня еще будет пересадочка другого растения. Я не знаю, у меня хватит времени или нет. Ну и... Ой, девочки, все как-то вот волнуюсь, нервничаю, переживаю. Вместо, кстати, вместо керамзита можно еще советуют крупную кору на дно кидать. Ну, вот что, собственно говоря, я и попытаюсь сейчас сделать. Вот. Тоже, чтобы корешки внизу там дышали таким тонким слоем. Вот. Керамзитик я уже уложила. Вот. И на дно кидаю кору. Надеюсь, коры мне хватит, так как большая очень корзинка, и тоже на сайте было написано, что разрастается растение очень быстро именно в корнях, то есть и заплетает полностью всю, плюс она еще и водохлеб, соответственно, и плюс мы не должны забывать о том, что на дно надо уложить, не только на дно, но и слоями надо сделать слой. Как вы все поняли, пришлось прерваться ненадолго. У меня вот такие вот кокосовые чипсы. Немножко мелковаты, конечно, но тут бывают и в перемешку с крупными. Так, тут немножечко труха такая. Я сейчас один пакетик размочу, надеюсь, этого хватит. Вот. И тоже прервусь, подожду, пока оно размочится, и уже, чтобы быстренько все показать и рассказать, поскольку я немножечко... забыла его размочить. Вот. В общем, сейчас залью водичкой, и оно у меня вот в судочек, сейчас его высыплю. Они сухие, сухие, но когда они наполнятся водичкой, этого даже, мне кажется, будет очень много, поскольку они в размере увеличиваются. Вот. Ну, так как растение очень любит полив, а на лето это будет вообще для него благодать. Поэтому сейчас прервусь, завершу подготовку и будем уже сажать основательно.
Так, кокосовые чипсы я размочила. Они практически размачиваются очень быстро. И так как у меня практически весь субстрат был предварительно замочен или промыт, то есть он уже увлажнен, и после посадки уже не требуется полива. Может быть, где-то так чуть-чуть. Вот. И так как я не выждала много времени, чтобы напиталась кокосовые чипсы напитались влагой, где-то промочились, где-то нет, и в общем, плюс еще так водичка стекает с них. Я думаю, этого будет более даже чем достаточно. И сейчас так слой уложу, вот небольшой такой слой вперемешку с корой, как всегда. И надо уже готовиться к тому, чтобы распределить растения по горшку. По верху сейчас накидаю еще коры. Вот у меня тут меленькая есть, крупная, мелкая, все в перемешку. Вот. И уже надо поторапливаться, так как у меня сегодня еще одно растение в пересадке. Действительно, для меня это новое растение. Пока я все прочитала, подготовилась. И, девочки, спасибо. Хочу сказать огромное тоже за вашу помощь, за ваши, как говорится, советы. Тоже не без этого, как говорится, я прибегла к вашим советам тоже. Все прочитала, изучила. Вот. И не знаю, насколько быстро она после этой посадки зацветет. Не знаю, сколько придется еще потом в дальнейшем ждать. Вот. Также, когда горшочек будет при поливе смачиваться, он потом свою форму примет из-под тяжести вот, самого растения. Так что и вот так вот еще в перемешку древесного угля. Уже мелкая такая пошла труха древесного угля. Ну вот прошлый субстрат, именно вот этот субстрат, который я приобрела, там все это есть. Вот эти вот все удобренницы, вот эти вот все кокошули, как девочки их называют. Вот тоже я их подброшу сейчас в этом, в слой положу так. Чуть-чуть там, чуть-чуть вся. Вот. Чтобы она все получала как нужно. Вот, ну эти чуть-чуть оставлю еще жменьку на посадку другого растения. Вот. Замечательно. Мне все это очень нравится. Вот такая вот картина у нас внутри получается. Превосходная. Ну и сейчас надо еще чуть-чуть, наверное, кокосовые чипсы подбавлю. Как я их люблю, как я их люблю. Главное, чтобы не навредить растению. Главное, чтобы все получилось и вот, чтобы оно замечательно прижилось. Ну и сейчас можно уже распределять. А может еще и не можно. Может еще можно подождать. И еще чуть-чуть накидать субстрата. Так как корневая у нее практически наполовину сгнившая, я там живых корней, ну, мало видела. Надеюсь, корешки не заставят себя долго ждать в развитии. Вот, надеюсь, ей посадочка понравится, то, что я сделала сейчас. Вот, и надеюсь, растение быстро приживется. К сожалению, я боюсь, что у меня может не хватить коры. У меня там еще есть мелкая, правда, ранее использована уже, как говорится, вторичный материал. БУ, как мы обычно говорим. Ну и сейчас можно попробовать уже распределить посадочку. Собственно говоря, вот как-то так я и хотела посадить ее. Только сильно углублять я не хочу. Вот. Видите, вот корешки, они как-то вот вроде как поверху плетутся, действительно, вглубь горшка. Ну, не знаю, может придется сейчас вторые руки звать на помощь, чтобы немножко подержать над субстратом и чтобы чуть-чуть еще прикопать эти корешки. Вот. А может я сейчас сама справлюсь, не знаю. Вот. Действительно, такое разлапистое растение, и самой тут
Надо, как на пианино, в четыре руки играть, да? Маэстро. Не хватает еще одной руки. Или двух даже. Я просто боюсь тут новый рост, чтобы его не сломать. Так, еще погодю, наверное. Немножечко по-другому я это сделаю. Тут еще накидаю субстрата. Вот. И древесного угля тоже так в перемешку. Там субстрат, конечно, был тоже хороший. Там и мох был. Кстати, по поводу мха. Я чуть-чуть расслабилась. Сейчас, может, еще такие вот маленькие фрагментики добавлю. Вот я жменечку взяла, чуть-чуть так разбавить мухом. Это надо было чуть-чуть глубже делать слой. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Все, в принципе, мох я уложила. Чуть было не забыла, как говорится. Вот. Частички мха были, и также перлит был. Вот. Ну, субстрат можно как самому делать, так и покупать уже готовый, в принципе. Вот. Ну и поверх сейчас буду присыпать. Как-то буду присыпать все-таки корешки. Уже пора, пора, пора. Пора, пора и трам-пара, как я обычно говорю. Немножечко еще кокосовые чипсы. Так как у меня кокосовые чипсы влажные, очень даже влажные, а мох сухой, я думаю, они друг другу передадут потом. И вот так вот. Я бы не хотела сильно углублять, конечно же, эти. Я ее как избушку. К лесу задом, ко мне передом. Вот. Ну и хотелось бы, конечно, ее действительно очень хорошо распределить. Ух ты, она даже тут рассоединилась сама. Так ее можно тогда и вообще отдельно посадить. Так. Ну и вот, к сожалению, кое-что осталось за кадром, потому что четыре руки надо было это все делать, действительно. И вот такая вот у нас красота получилась. Вот по краю горшка я ее направила в сторону. Сейчас я немножечко пониже камеру опущу, попробую показать. Вот так у меня получилось это все дело. Вот с этой стороны будет поближе и видно. Вот так я распределила этих яблочек. Вот по горшочку. Ну и спасибо мужу, тоже помог. Если бы не он, тут новые ростики есть. Вот они. Один вот этот отцвевший цветоносик, видите? Дальше пошел новый рост. Вот. И на средних, на вот этой крайней бульбочке, там под низом есть новый рост. Я ее чуть-чуть приподняла, чтобы хоть свет видно было. И на вот этой средней бульбочке внизу, вот посредине, там тоже есть маленький рост. То есть все эти четыре веточки, грубо говоря, все имеют новый рост. То есть даже где-то на самом мизерном яблочке я вначале показывала, что там тоже есть новый побег, скажем так. Что это будет? Цветоносик или же новое яблочко, еще неизвестно. Вот. Ну, в общем, будем ждать дальнейших результатов и будем выжидать ее время адаптации. Вот. Предварительно адаптация, ну, как у нас проходит все время, это где-то приблизительно месяц, ну, может быть, два. Все зависит от того, как приживется растение, как ему понравится эта посадочка. И сейчас, вот видите, я на дно поставила уже поддончик, чтобы водичка не стекала. Вот, точнее, стекала, но не из кашпо на пол. И также у меня есть подвязочка. Я сейчас ее просто прикреплю. Ну, так как еще на улице холодно и на балкон еще рано ее вывешивать, покамест повременю. Покамест она постоит у меня на подоконнике под фитолампой еще недельку-две. Ну, а уже когда потеплеет, я ее выставлю на балкон. Там и больше солнышка будет, и воздуха свежего больше будет, и всего-всего и побольше, да? И таблетку мне от жадности и побольше.
Все, посадочка у меня осуществилась. Девочки, пишите комментарии. Мальчики, от вас лайки. Вот, вот такое вот маленькое разделение. Ну и пишите советы, кто чего, что еще дополнением. В дальнейшем уходе я уже прочитала на сайте. Описание будет, в описании будет ссылочка про тот сайт, про все-все-все, что я о ней читала, что я о ней узнала. Действительно замечательный сайт, мне очень понравился. Там много нового и интересного можно найти. Ну а с вами была Сытник Нона и мой канал Floral Dream. Всем хорошего дня, отличного настроения. Всем пока-пока.